В Верхнем Уфалее взорвали трубы завода «Уфалей-никель». Одна была высотой 100, а другая 150 метров. Ну. Для этого события собрались почти все местные жители. Сначала взорвали большую трубу. О, матерь Божья. А через несколько минут вторую. Вот она. Она в нашу сторону летит. Данные работы на площадке обанкротившегося комбината проводят по заказу нового инвестора. На этом месте планируют построить цинковый электролизный завод. Инвестиции в проект составят больше 21 миллиарда рублей. На предприятии планируют открыть 820 рабочих мест со средней зарплатой в 56 тысяч рублей. Производственность нового завода составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год.